Я 2 раза прочитала инструкцию, честно, но так до сих пор и не разобралась, что к чему. Так значит, говорите, что-то стучит в двигателе, да? Да-да, прям вот так. Тр-тр-тр. Это звучит так небезопасно. Ага. Так, а это что такое? О! Блин, а я думала, где я их оставила? Вы мой герой. Ну, в общем, мне пора. И что, звоните, я вам бесплатно сделаю. А, в смысле, бесплатно помогу. Поможет он бесплатно. Себе помоги. Бесконечная без тебя, темнота так окутала мне глаза. Эй, красивая, смотрю, проблемка с колесиком. Тобою отмеч. Можешь не смотреть. До тебя. Я это... Нет, спасибо. Как же мне больно. Ртом умею надувать. И никому не сказать, что по тебе я схожу. Отвали, а то проколю. Ты совсем? Сумасшедшая! И как с кем-то тебя делить? Скажи, зачем мне эти ночи, когда я жду, а ты не хочешь? Скажи, зачем? Ты просто дай ответ, любишь или нет? Скажи, зачем мне эти ночи, когда я жду? Просто хотела попросить тебя. Скажи. Девушка, убирайте машину. А где мы, скажите? Нормально, сейчас поедем. Столько слов недосказано шепотом. 100 шагов лишь навстречу, а что потом? Одиночество ни с кем не разделить. Без тебя не хочу в этом мире. Как же мне больно молчать и никому не сказать. Знай, тебе не нужна, я получила сполна. Как же так люди молчат, как же так можно любить? Или как с кем-то тебя делить? Скажи, зачем мне эти ночи? Слепой. Чё там? Не там, а здесь. Все, вали. А как ты зайдешь, если дверь заперта? Ключом открою. Идиот. Куда ты пошел? Слушай, ты же сама сказала. Я сказала, что ты мне нравишься. Скажи, зачем? Ты просто дай ответ. Ты мне тоже сразу понравилась.